продолжать движение 8 километров 100 метров. То, что там написано, ты не обращай внимания, сейчас могло все измениться. Пока мы не изменили вот этот раз. То есть это все тоже правильно соответствует. Вот это трасса 2. Вот этот вверх, вот этот вверх. Сейчас не имеем, вот тут здесь тоже написано. Два не имеем. Приготовьтесь через 4 километра. Возьмите правее. Скажи мне. Что они в таких городах? Наверное, только сельским хозяйством. Да, переработка какая-то. Правда, совершенно удивительно, иногда кто встречается. Рено, Пешо. Да, центр. Сколько до Кёльна? До Кёльна 323. Вообще
23, ну, предположим, по Германии наверняка километров 100 будет. Ну вот смотри, граница у нас 228 километров, если 400. Граница чего? Граница Германии, ой, в смысле Франции и Бельгии. Франции и Бельгии, 228 километров от начала пути, да? 467, нет, 228. 21, да? 221. А здесь у нас осталось 222. То есть меньше 100 километров. Продолжайте движение 17 километров. Не хочешь попить кофейку?
сейчас, наверное, 5 круг стал. Километров круг и через 13 километров. Исчезли. Они здорово придумали, когда улыбаются, когда ты едешь. Ага. Приятно. Сейчас даже нету этих табличек, сколько скорости есть.